Я тогда супер разволновалась, я вообще плакала, сказала, что я не хочу участвовать в этом спектакле, и когда Майя мне сказала, что я злюсь на свою группу, что там ребята не волнуются, что у них нет этого волнения, и мне кажется, вот мы как будто сели, и ты сказала, что волнение это бывает очень как будто что-то важное. Ну да. да в этом плане смыслом Да. Мне очень помогло, что ты сказала, что ты тоже волнуешься. Okay. Да, я, я, я всегда до сих пор волнуюсь, и я, когда переслушиваю, мне кажется, что у меня язык скуднеет. То есть, как бы я часто использую одни и те же слова. Но в каждом выпуске какие-то слова заедают. Ты берешь то, что как будто бы э, первое в шкафу. То есть не то, что там дальше, а вот что как бы на поверхности, то и берешь. И я все хочу научиться брать то, что mm -hmm. там подальше. Друзья, всем привет! Меня зовут Кристина Колесникова, это мой подкаст, я художник, преподаватель и арт-терапевт, и сегодня мы с Полиной поговорим про кукольный театр, про то, как это работает, какие темы находятся в театре, и вообще, как Полина идет по своему такому художественному пути. Полина, не могла бы ты немножко рассказать о себе? Всем привет, я Полина Шубина. Я по-разному себя называю. Иногда я говорю, что я арт-менеджер, продюсер, знаю, творческий организатор. Я художник и моряк. Еще мечтатель. Я профессиональный мечтатель. А, вообще, я уже поделилась с Полиной за кадром про то, что мне очень хотелось поговорить про кукольный театр, потому что у Полины я была на курсе по кукольному театру, и хоть Полина и очень скромно рассказывает о себе, мне кажется, что про кукольный театр вообще недостаточно говорят, не так много вообще материалов по этому поводу. И вообще, мне кажется, это такая сфера, как это сказать, немножко закрытая, как будто бы от большинства зрителей. То есть многие вспоминают это как что-то детское, что-то, что было там давно-давно, и как-то как будто бы это проходит мимо, мимо людей. И твой проект театрина достаточно, как это сказать, интересно заходит с точки зрения того, что эти театры домашние когда-то, наверное, там, в дворянских семьях были у каждой семьи. Эти спектакли делали вообще там всей семьей. И в этом смысле мне кажется, что сейчас как будто кукольный театр что-то такое, ну, не маргинально, но не для всех, да? А проект Театрина это про то, что кукольный театр может быть на самом деле для всех. Да. И мне вообще хотелось спросить, откуда у тебя взялась любовь именно к кукольному театру? Что такое для тебя кукольный театр? И какие там для тебя смыслы что он для тебя несет. Да, круто, спасибо. Uh, да, на самом деле, я, ну, я бы даже сказала, что да, кукольный театр немножечко маргинальное uh, направление искусства и многими недооцененное. И действительно, многие считают, что это для детей, и это что-то такое развлекательное. Хотя есть потрясающие примеры, мы поговорим об этом, кукольного театра, он творит невероятные чудеса и намного мощнее, чем многие драматические спектакли. Кукольный театр со мной случился, вот, то есть не то, чтобы я его искала и нашла, вот, он со мной случился, когда я была в Штатах и мне посоветовали, говорят, Поля, ты же вот интересуешься театром, типа Съезди, там есть такой Брайан Паппет театр, он политически активистский, очень интересный, проверь. Ну ладно, раз советуют, я поеду. У меня было там свободное время, я тогда как раз на корабле была в Штатах, отдельная история. И я поехала в Вермонт, штат Вермонт, где этот театр базируется. И я увидела их спектакль. Они выступают чаще всего на улице. Такой сайт-специфик, по сути, театр. Они используют крупные куклы, сделанные из папье-маше и из тканей. Такой очень sustainable театр. Хиппи, в целом такого хиппи настроя. И я была под очень сильным впечатлением. Это было очень мощно, очень красиво, смешно на какие-то болезненные социальные темы, и при этом просто эстетически красиво. Вот, там, один из ярких примеров — это такая у них самая крупная кукла Mother Earth, Мать-Земля. И она появляется из-за холма, само лицо куклы около 10 метров. И, а юбка такое за ней платье, которое стелется по полю, огромное, им управляют около 100 человек в идеале. Ну, для меня открылся тогда кукольный театр. Ну, в таком крупном формате. Но до этого я росла в мире такого элитарного искусства. В основном я ходила там, в Мариинский театр, у меня мама там работала, поэтому мне был известен этот театр. Эм, про уличное искусство, кукольный театр я не знала. В общем, вот так я узнала, что есть такое направление, и тогда я начала искать в эту сторону. Оказалось, что в Петербурге есть потрясающие кукольные театры. Карлсенхаус, БТК. В общем, у нас есть что посмотреть, на самом деле. Ну, для меня, наверное, это такой язык, эээ, наиболее простой язык эээ, волшебства и чего-то такого и неземного и это язык ритуала в какой-то мере. это про детскость, но не обязательно для детей, но это про такого внутреннего ребенка, детскость, наивность и волшебство здесь да в том что ты по сути ты оживляешь неживое. ты вписываешь какие-то фантастические вещи в реальность, в этом плане мне очень нравятся кукольные проекты, которые работают не только в коробке, да, театральные, будь то маленький театр, будь то блэкбокс, да, черный кабинет театра, а которые работают там на природе, например, или в зданиях. То есть сайт-специфик, когда куклы или маски вписываются в какой-то привычный для нас антураж. Ну, это про акцент да, то есть это, по сути, такая лупа, да, то есть кукла, она может стать э, э, лупой, особенно, да, если, в прямом смысле, если кукла, она больше, да. Это поэтический язык, один из проектов, который для меня такой является вдохновляющим, да, компанией Даниэля Финцепаска и его творчество, он использует цирк как поэтический язык. Для меня куклы, да, и кукольный театр, театр предмета, это вот поэтический язык, сказать что-то, что игрой актера не сделаешь. Майя, кстати, недавно я была у нее в мастерской, наша общая знакомая кукольница-грузинка, и она мне рассказывала про спектакли, где совмещается драматический театр и театр кукол, в которых она играла, и там куклы, у кукол основная роль — это показывать те эмоции, которые герои думают, то есть то, о чем они мечтали, мечтают или хотели бы, чтобы реальность была такая. И на сцене ты видишь героев, они ведут себя одним образом, а куклы за ними ведут себя так, как на самом деле герои хотели бы, чтобы сейчас да, складывался диалог или взаимодействие между ними. Но какие-то блоки им этого не позволяют. Вот, то есть это такой какой-то параллельный параллельный язык. Мне хочется узнать у тебя о том, ты уже сказала про ценность комьюнити вообще в театре, конечно, всегда комьюнити очень важный и вообще это такой коллективный вид искусства, но я подумала о том, что когда одну и ту же куклу несут такое большое количество людей или когда несколько людей управляют одной куклой, это какой-то другой уровень вообще коммуницирования, другой уровень совместной коллективной работы. Вообще за счет чего и как? выстраивается вот этот вот э, теплый какой-то контакт внутри для того, чтобы чувствовать друг друга. Потому что мне более или менее понятно, как это делается в классическом театре за счет, за счет тренингов, за счет еще чего-то. А кукла, да, ты там как бы не можешь не видеть глаза друг друга даже, вы можете как-то так быть расположенными, как вот эта тонкая самонастройка. Не только в процессе игры, да, я еще думаю про какую-то историю, которую вы берете вместе, потому что вам ее вместе как бы рассказывать, вам ее вместе нести, и как будто бы, когда там классические актеры, да, здесь какая-то история про показать себя, про то, что я вот буду, а тут, мне кажется, гораздо важнее влюбленность в историю, когда ты именно кукольный актер. Во-первых, первая мысль, которая у меня есть, что вот здесь очень яркая параллель с морским э, делом, да, то есть управление куклами очень схоже э, с управлением кораблем, вот, то есть. Э, Тут очень важно чувствовать вместе, да, движение, чувствовать вместе там веревку, когда вы тянете, вы тянете. Это мы, это не я, то есть никогда, никогда нет позиции я, да, есть позиция мы. И более того, как бы не ты тут главный, кукла здесь главная или парус, да, или корабль. Вот, и вот это вот немножечко шажочек назад, это очень важная, очень важный шаг в кукольном театре, это действительно сообщество, которое там живет вместе. Мы вместе завтракаем, обедаем, ужинаем, мы вместе убираемся, мы вместе готовим, мы вместе поем. То есть там очень много есть каких-то ритуалов, рутин совместных, которые нас сближают. И, ну, а потом есть репетиции, когда вы учитесь управлять там, да, одной куклой вдвоем, ходить на ходулях совместно, да, там есть, например, была одна так кукла, ну, не кукла, костюм жирафа. Вот. И это двое человек на ходулях. Я вот была, не помню, Попой или головой и там очень важно соответственно да идти как-то в район. плюс тот кто сзади ничего не видит а тот кто впереди видит чуть-чуть через сеточку вот и вы как бы идете еще обычно здорово пританцовывать немножко а мимо вас проносятся еще какие-то другие актеры и тоже куклы которые тоже у них ограниченное зрение ну поэтому здесь да такой ориентация в пространстве и ну awareness, да, то есть осознанность на пике, да, то есть ты должен быть супер... <свы> ну да, каждый шаг осознанный, и ты понимаешь, что это не только про тебя, это про многих вокруг тебя. Здесь такая, может быть, я прыгаю, конечно, но для меня очень важной практикой стало, стал танец. Вот, и движенческие практики вообще, и танец у меня конкретно есть направление, которое я обожаю, это гага. Гага называется язык движения. Вот, и они тоже все время на всех своих занятиях повторяют, типа, био, типа, не закрывайте глаза, помните, что вы в пространстве, вы танцуете с полом, со стенами, вокруг есть предметы. И вот эта вот какая-то такая чуткость и осознанность, она, мне кажется, перекликается с кукольным театром и кукольником. Полин, расскажи, пожалуйста, а как ты вообще нашла вот этот театр «Бреттон Паппет? Как ты отважилась поехать просто в Америку к ним? Вообще, как это все происходило? Слушай, история на самом деле прикольная. Я была на корабле. Мы были тогда в Великих Озерах. И вообще корабль парусный, э, но на тот момент нам приходилось идти все время на двигателе. Это была такое как бы, перевозка э, парусного судна на двигателе. Достаточно скучное мероприятие, еще было очень жарко. Э, это было такое лето, практически двилийское лето. И мне друг мой, моряк, говорит, Поль, ну что ты тут делаешь? Поехала бы, посмотрела на театр нормальный. Вот в Вермонте у меня есть друзья, ты можешь у них пожить, э, типа, как это называется, э, ушедшие э, на пенсию моряки им по 35 они ушли на пенсию. Едет к ним и рядом с ними в Вермонте есть бред Паппет театр. Я тогда с ними познакомилась впервые, то есть я съездила, посмотрела на спектакль в поле, был маленький показ в помещении, у них есть такой собор Папье Маше. Там прошел маленький спектакль, как бы в помещении. После этого я познакомилась с женой основателя, основатель Питер Шуман это э, немец который семья которого Нацистского режима э, в 30-е годы, а, а Элка, его жена, она э, из русской семьи американо-русской, которая бежала от сталинского режима э, в те же годы, э, и они вот встретились в Нью-Йорке. И Элка на тот момент была жива, и я с ней познакомилась, потому что я слышала, что она русская. Мы с ней поговорили тогда по-русски. У меня нашла с ведерком. Э, ей уже было лет, наверное, 80 на тот момент, э, может, даже больше. Я нашла с ведерком, на котором она сидит. Потому что все сидят на земле, а она себе маленькое ведерко переворачивала и садилась на ведерко, чтобы смотреть спектакль. Я помню, мы шли, шли с ней, и она говорила, да, Полина, но раньше было конечно веселее. И причем она такая старушка, такая небесная какая-то. А у нее белые-белые волосы, у нее была небесно-голубая рубашка, юбочка, такая, ну, русская бабушка, по идее. И она говорит, да, раньше было веселее. Нам. И огонь делали, и фейерверки пускали, и мотоциклы тут ездили, а теперь все скучно. Очень много ограничений э, и каких-то и культурных ограничений. Это можно, так нельзя, так можно сказать, так нельзя, вот огонь открытый, можно, нельзя. В общем, было очень забавно тогда поговорить с человеком другого поколения, который говорит, ну, сейчас скучно, а раньше-то мы веселились. В общем, это было мое знакомство с театром такое, очень на расстоянии. Я посмотрела их спектакль. Интересно. Для меня это было открытие нового формата театра. Вот после Мариинского театра я узнала, что бывает другой театр. А потом они приехали в Петербург с мастер-классом в Упсала цирк. Есть такой социальный проект в Петербурге. И мне кто-то рассказал, вот приезжает бренд Папа. Так, мы знакомые. И я пришла туда по Я волонтерила переводчиком, просто я помогла им наладить контакт с детьми. А они делали вместе постановку, вместе с детьми Упсала цирка. Две недели я с ними работала, и они меня да, позвали стажером в свой театр. И буквально через три месяца я подала заявку, и через три месяца они одобрили, и я поехала в Штаты. Я думаю, что меня зацепила вот эта самая идея да, делать из очень простых материалов очень красивые эстетические искусства и очень сильное смысловое эмоционально. И меня думаю, что они сыграли в том числе роль в том, чтобы открыть для меня вот это искусство, близкое к природе, да, то есть которое говорит, слышит природу, которое помещено в природу. У них есть, например, одна часть спектакля. Вообще, ну да, их вот эти вот субботние воскресные спектакли, они обычно трехчастные. Первая часть — это так называемый цирк. Это в натуральном амфитеатре, то есть это холм, внизу которого такая круглая площадь. И там устраивается цирк, а люди сидят в амфитеатре. Это первая часть. Это такие, как, не знаю, слабстики, такие короткие э, э, эпизоды, где обыгрываются разные, в основном, политические какие-то казусы, насущные сейчас проблемы, экологические, социальные и политические. Intuitive. После этого, когда это все сопровождается духовым оркестром, э, тех же кукольников, кто играет, эта сцена заканчивается. Обычно цирк длится около 40 минут. После этого идет переход, и э, те же оркестранты, они начинают двигаться и разными там, бубными звуками призывают всех двигаться в сторону соснового леса. В сосновом лесу э, проходит э, вторая часть спектакля, она обычно ритуализированная, то есть это какой-то такой ритуал, обычно мало э, текста много звуков и много двигающихся кукол одного типа. Это такой, э, из, ну, папье-маше обычно покрашены в такие песочные, темно-коричневые цвета. В общем, в этом есть что-то такое, вот, знаешь, как <зовы> от зова предков, да? И вот эти двигающиеся куклы среди сосен. В общем, завораживающее действие. Э, тоже обычно с социальным политическим контекстом, но более таким глобальным как мне помнится по крайней мере и часто более болезненные какие-то темы например на тот момент было про там да, разделение семей мексиканских беженцев там, да, про детей очень много вот, образа ребенка после этого идет третья часть так называемый не знаю точно как привести какое-то языческое это действо на поле и вот там появляются крупные куклы там в основном используются всякие гонги, трещотки, в общем, такие вот ручные какие-то очень подручные инструменты для извлечения звуков. Зазывание, голос, свист. Белые кони, очень люблю эту сцену. Белые кони как-то скакали у нас по по полю. Ну, куклы, естественно. Вот. То есть и тут тоже управление куклами, вот так, чтобы эти кони действительно бежали по полю, это ужасно сложно. Я тебе вдруг рассказала целый спектакль. Расскажи, Поль, я знаю, что у тебя есть такой тоже еще очень интересный опыт жизни на корабле и вообще такая идентичность, как моряк, и ты уже про это рассказала. И насколько я понимаю, это тоже творчески очень повлияло на твою жизнь. Вот можешь рассказать об этом путешествии: о том, что это вообще, как ты туда попала и что это такое, и как, и как это потом трансформировалось. Я знаю, что трансформировалось в спектакль. А, да, давай, я сейчас расскажу. А, вообще, с морем все началось с того, что мой брат пошел в море. Был такой есть такой корабль-штандарт, реплика. Фрегата начала 18 века, который стоял в Петербурге. и Филипп мой брат, он на нем волонтерил, ходил по Балтике. Я, как младшая сестра, я тоже хочу, я тоже. В общем, в какой-то момент я все-таки пошла на нем полтора месяца походила по Балтике. Совершенно влюбилась в эту романтику, парусную, море, опять же, сообщество. На второй год я пошла на шведском корабле. Это был корабль, с которым мы все время шли э, параллельно. Вот, ходили с фестиваля на фестиваль, потому что эти корабли, они ходят по таким морским фестивалям. И на второй год я пошла вот на корабле Гетеборг, шведский корабль. И вот после этого второго раза у меня был большой перерыв, потому что э, это было очень весело, это было очень интересно. Но это был такой, как летний лагерь для взрослых. В общем, с основным фокусом на веселье. я поняла, что мне, наверное, этого недостаточно. То есть хочется двигаться куда-то дальше. Я заканчивала университет. И к 15-му году я поняла, что я хочу пойти в экспедицию. То есть мне интересно, чтобы это было и как-то географически интересно, какое-то а-ля открытие было для меня цель, ну и чтобы я побывала в каких-то местах, в которых иначе, наверное, не побываю. Вот и таким образом я да, нашла экспедицию на викинском корабле, которая шла из с севера Норвегии через Исландию, Гренландию в Ньюфаундленд и потом штаты Великие озера и до Нью-Йорка мы дошли. И тут вот у меня прям было такое вижу цель <laughs> и иду на неё. Вот. Я около года, мне кажется доканывала всех, кого я знала, связанных с этой экспедицией, чтобы туда попасть вот. и попала волонтером и практически полгода я провела на корабле. И как этот опыт вообще повлиял на тебя и как он повлиял на тебя в творческом смысле, что там с тобой случилось? Тут интересно, потому что пересекаются на самом деле эти две истории с Бернин Папац театром, потому что как раз таки, когда я была на этом корабле, мы были в Штатах, и мне друг сказал съездить, проверить тот театр. Поэтому тут, знаешь, начинается вот эта вот такая зона стыка, <стыка> двух историй, и я не знаю, что влияло больше. Да? Во-первых, наверное, благодаря этой экспедиции я в целом стала по чуть-чуть реализовываться как художник, пробовать. Я не могу сказать, что я до этого я рисовала, то есть я всегда что-то креативила, но я не делала никаких таких проектов своих. А, наверное, после корабля, я, ну, во-первых, я издала книжку по дневникам, которые я вела в путешествии, и рисункам, которые я нарисовала. И потом нарисовывала. Вместе со своей старой школьной подругой, как графический дизайнер, мы вместе вот выпустили книжку. Это было первое. То есть я поняла, что мне просто этот вот опыт мне нужно как-то переварить, и было бы здорово им поделиться с другими. И подумала, что, наверное, какой-то такой творческий формат был бы наиболее верным. Ну вот. Потом я сделала мультфильм, мультипликацию тоже на тему этого путешествия. То есть, как бы разными медиумами я пыталась обработать свой этот опыт и как-то им поделиться, и запечатлеть его у себя тоже в голове, чтобы он не закостенел в формате вот этой, знаешь, истории, которая идет. И даже сейчас тебе рассказываю: какие-то проскакивают фразы, знаешь, заученные, что ли. Ну, потому что, когда рассказываешь многим людям, а в формате творчества получается, что ты как бы и вот так попробовал, и вот так вот. Не, оно уже не заезжено. И спектакль еще был, насколько э, да, я понимаю. Э, да, мы э, там была интересная история. Нам предложили, мы даже еще были на корабле, и нам предложили поехать на фестиваль в Финляндии Артарктика. То есть он про искусство и про север. А мы, как бы, по-северному, такому, ну не по северному пути шли, но по Северной Атлантике проходили ледники, мы видели китов, вот это вот все. И нам предложили приехать и кому-нибудь, и лекцию прочитать. А мы, у нас несколько было творческих людей, и в целом все, как понятно, авантюристы такие, а, от слова а, приключения. <сíck> <сíck> и, и мы им ответили, а мы готовы что-нибудь поинтереснее сделать, например, перформанс, нам выставку. И да, в результате я вот тогда получилась таким продюсером, режиссером этого совместного проекта. Мы собрали команду, была поменьше команда активно, именно как творческое ядро, и расширенное, кто приехал туда поддержать, и э, в сумме, наверное, больше 10 человек с корабля приехали на тот фестиваль. Да, мы сделали небольшой перформанс, у нас был текст, который написал вот один из моряков, кто пишет, много пишет, и поэзию, и прозу у нас была такая конструкция, которую за веревки тянули, она качалась, как корабль, который сделал один рук из Англии, который такой слесарь, он все может делать руками. Я была актером и немножко художником по свету, был друг, который звук записывал, звуки на корабле. Девочка одна из Эстонии в основном отвечала за инсталляцию. У нас была такая выставка инсталляция иммерсивная, с запахами, со звуками. Можно было все потрогать. Вот, Какие-то объекты из жизни э, на корабле. Вот, в общем, короче, да, был такой вот еще опыт. Э, наверное, это были мои первые такие опыты тоже как художника, вот, и, наверное, и организатора. Более такой глобальный эффект этого путешествия, мне кажется, здесь совместно с Bread and Puppet, да, то есть вот результатом этих мощных и длительных опытов было для меня какое-то, да, установление нового контакта с окружающим миром и ну, как-то я, как в тот момент я задумалась в сторону роли человека в, в природе и отношения современного человека с окружающим миром, с природой. Так, в общем, на эту тему я продолжаю думать. И тогда у меня зародилась вот эта идея, мечта про плавучую арт-резиденцию. То есть мне захотелось совместить вот это новый вид искусства который более легкий и более простой, но при этом сохраняя какой-то уровень да, и эстетики, и глубины, и море, и культуру такого именно вот парусный спорт, не совсем про спорт, но парусных кораблей. И да, мне захотелось сделать вот какой-то симбиоз, чтобы это был арт-проект на корабле, я продолжаю на эту тему думать, и у меня была попытка в сторону осуществления этой идеи. Вот пока что не получилось, но все будет. Дорогие зрители, напишите, хотели бы вы оказаться в Арт-резиденции на корабле, и если да, то почему? Потому что по очень важны ваши истории, то что Полина действительно думает об этом как о реальном проекте. Поэтому ей было бы очень важно узнать, как творческие люди относятся к такому опыту. Да, творческие, не творческий, Вы можете не думать, что вы творческие, но если вам вдруг это звалась эта идея, серьезно, напишите, пожалуйста, я вербую. Это длительный процесс, который начался давно, и действительно в 2019 году мы уже нашли корабль в Швеции. Мы с моим другом начали этот проект. В результате, как вы понимаете, был как раз вот момент перед пандемией. Началась пандемия, и проект взял другой курс. Вот. А сейчас с началом войны, как бы, да, тоже не совсем до такого проекта, но я думаю, что в ближайшие пару лет я вернусь активно к, к этой идее. Так что пишите, пожалуйста. А, блин, хочу у тебя узнать вот эти две истории с кораблем и с путешествием и вообще с морской историей и с историей с театром, бред and Puppet театром. Они для меня очень похожи тем, что ты как будто делаешь такой шаг в неизвестность и не просто шаг, а такой на полгода вообще в какой-то новый опыт, там просто погрузиться в него, оставив свою жизнь, которая у тебя тоже шла, тоже там какие-то были дела, какие-то планы. Вообще, откуда у тебя смелость делать такие очень мощные шаги в неизвестность? Ну, я могу попробовать мыслить вслух. С одной стороны, мне важно это сказать, что ну, отчасти из-за того, что у меня была такая возможность. Да, то есть у меня действительно была возможность просто взять и поехать. Я добивалась настойчиво того, чтобы это было максимально там, да, финансово нейтрально для меня. То есть в обоих случаях я была волонтером, который как бы, да, живет и ест за счет как бы, проекта, но дает свой труд и творчество. В целом у меня была возможность да, уехать от работы не чтобы там, да, зарабатывать и чтобы кого-то обеспечивать. Поэтому мне важно проговорить, что да, у меня был да, было счастье и возможность это сделать. Про смелость, <laughs> ну не знаю, видимо, вот как бы есть оно. <laughs> Да. Слушай, ну вот я думаю, в контексте того, что у нас есть куча возможностей, но многие из нас ей не пользуются, потому что, типа, ну вот сейчас не время, и не то, что там есть, не знаю, кто-то на попечении, но все равно почему-то не делают люди шаг вот в эту сторону. И здесь какая-то, мне кажется, особая магия просто взять и, не знаю, вырваться из привычного места и попасть в какое-то новое. И здесь, вот в этом контексте, я просто знаю немножко твою историю. Ты говорила про то, что ты родилась в Швейцарии. В Швеции. В Швеции, прости, пожалуйста. Родилась в Швеции. И я думаю о том, что вот это вот перемещение, да, и возможность расставаться с местами, нет ли такого, что как бы, что тебе это легко дается? Или это не так, потому что я вот знаю, что ты сейчас поедешь в Канаду после нашего выпуска, да, и я думаю о том, насколько это такие далекие друг от друга места, да, Грузия и Канада, а там не знаю, Швеция и Петербург, и в общем, короче говоря, вот как как бы тебе просто про просто даются вот эти расставания? Э -э да, наверное, да. Ну, во-первых, я думаю, что у меня очень сильная тяга к приключениям, да, то есть это точно приключения. Это что-то совершенно другое, это другая культурная среда, другие условия. Да? Мне очень интересно все новое, вот, поэтому такая тяга к приключениям. Про страх оставить то, что есть. Отчасти, я думаю, что я бежала, может быть, от того, что было, потому что была определенная очень такая правильная какая-то жизнь, и я такой из, из питерской интеллигентской семьи, а, или, как некоторые говорят, такое есть выражение, в корсете, да. Отчасти при всей свободе, которая мне давалась, в том числе семьей и окружением, были определенные какие-то ожидания, да, и там формат поведения и жизни. Поэтому мне, я думаю, что хотелось попробовать другого образа жизни. И когда я почувствовала вот эту свободу морского комьюнити, когда я увидела эту свободу театра Берн Паппет, мне ужасно захотелось этого глотнуть и напитаться полностью, и прям пожить там, посмотреть, как по-другому люди могут жить. Вот. Потому что до этого я все время жила в Петербурге, там, в центре города в Петербурге. И... Конечно, это такое безумно манило. Какая-то такая другая совершенно жизнь. Ну и интуиция. То есть мне интуитивно было понятно, что мне нужно это попробовать. Я прям вот чувствовала, что это что-то, что мне очень близко. И сейчас я понимаю, что ну, я влюблена в воду, я очень люблю все про воду. Поэзию, искусство, мне просто нравится ее слышать, мне нравится наблюдать, мне нравится синий цвет. Ну, то есть, может быть, это временная какая-то одержимость, но я читаю книги про воду, я смотрю фильмы про воду, я прям коллекционирую все. Так, что, что, самое классное про воду надо посмотреть и послушать, и увидеть. У тебя есть рекомендации? Слушай, ну, так что-то сходу, ну вот я буквально недавно ездила в Лагодехе, есть национальный парк, и мы там стояли с палаткой прямо рядом с горной рекой. У меня был прям фокус, мне нужно, чтобы мы были около воды. И мы с утра до вечера слушали, и ночью мы засыпали под шум воды. Я читала книжечку Оливии Лэнг к реке под поверхностью. Вот. Я не могу сказать, что это прям мой, знаешь, такой... та -да! А, есть еще одна книга, потрясающая книга, которую я недавно закончила эм, читать. Это турецкого, э, турецкой авторки э, Бакет Узунер. Э, современная писательница. Эм, э, называется Water, то есть вода... Э, Приключения. Ладно, я точно не скажу. В общем, вода, Бакет Узонер, книга так или иначе, касающаяся темы воды, ну, я не буду рассказывать, лучше почитать. А, Полина, у меня есть идея, давай тогда свяжем эту историю с конкурсом. Полина приготовила несколько открыток, которые она готова прислать вам за истории. Расскажи, какие истории нужно оставить в комментариях, чтобы получить от тебя открытку. Да, слушайте. Попробуйте вспомнить какие-то или истории, или произведения искусства. Это могут быть картины еще. Это могут быть картины, поэзия, книги, спектакли, кукольные спектакли, мультипликация. Что угодно, связанное с водой. Или ваша личная история. Вот. Давайте поделимся какими-то водными историями друг с другом. Класс. Делитесь в комментариях. Блин, мне очень понравилось момент, когда ты сказала, что, ну, очень интересно, что ты сбежала от чего-то э, в море, по сути, в какие-то вообще новые истории, и мне так интересно, что ты вернулась и сделала проект с мамой, <laughs> что, ваш, э, что ваш проект Театрина с мамой. И можешь ли ты рассказать, вот каково это делать проект с мамой? Мне это супер интересно, потому что я тебе рассказывала, что у меня в подкасте тоже есть выпуски с мамой, и мама меня вдохновила на подкаст. Поэтому мне супер интересно сделать эту параллель. И вообще, каково это работать вместе с мамой, когда вы становитесь ну, полноправными участниками проекта. То есть не когда кто-то сверху, да, кто-то снизу, как это в детско-родительских отношениях, а когда вы ну, вот вместе работаете. Вам привет. Слушай, по-разному. Во-первых, было интересно, что вот когда говоришь про горизонтальность, очень часто мама как раз-таки уступала мне, говорит, ты лучше знаешь. Вот как ты скажешь, ты знаешь лучше, как делать проект, ты лучше знаешь, как делать бизнес. Я говорю, я не знаю. Но я звучала очень уверенно, потому что я поняла, что мне нужно взять какую-то такую роль, типа мы знаем, что мы делаем, давай пробовать. В жизни не делала бизнес-проекты, потому что вначале это подразумевалось как такой малый бизнес семейный. Непросто, потому что, конечно, было сложно абстрагироваться от каких-то да, личных отношений, поэтому это периодически пролезало, и когда какие-то были да, вопросы, могли быть обидки, которых не было бы, если бы мы были люди чуть подальше, да, и меньше друг друга знали, и меньше было личных завязок. Но, с другой стороны, это было невероятное путешествие И узнавание друг друга И она меня узнала лучше и, и я ее узнала И вот эта работа с ее мечтой Потому что это же родилось из ее мечты И сейчас она продолжает быть в проекте Как такой идейный вдохновитель Но проект мы делаем с Аней Сагальчик Вот такой мой со-продюсер И сейчас проект такой скорее вот, В активную да, Операционную как бы, деятельность Ведем мы с Аней а мама осталась таким скорее наблюдателем вот, и вдохновителем. Для меня было очень э, интересно, что иногда какие-то мне казались даже вот в формате такого проектной деятельности, даже в формате выстраивания аля бизнеса э, при том, что ни у мамы, ни у меня не было опыта, у меня было иногда видение надо делать вот так. И мама говорила, что, возможно, нет. И часто она оказывалась права. И вот это вот ощущение, что все-таки фишка про какой-то опыт и да, мудрость и чуйку, она у нее часто срабатывает. И ну, у меня очень много уважения к ней как к профессионалу тогда возникло. Ну и многие идеи творческие, которые она предлагала про проект, какие-то вот детали, за которые она цеплялась, прям вот такой хваткой. Нам нужны кулисы. Там вот, ну, как бы театр, он как настоящий театр, только 60 на 40 сантиметров. Мы поставим фотографию здесь. Да. Супер. Вот. Видите, там есть такие кулиски, тоже фанерные. Я очень просила их не делать. Ну, потому что как-то не очень удобно мне казалось вставлять. Ну и вообще, зачем надо в таком маленьком театре такую маленькую деталь, как кулисы. Он говорил, не, ну что же, все же видно на прострел, все будет видно зрителям. И действительно, ну то есть благодаря кулисам скрывается за И вроде как мы говорим про кукольный театр, ну что тут, все условность. Но вот какие-то такие маленькие детали, они все-таки не зря придуманы. И это потрясающе работало. Потом уже мы на практике поняли, когда показывали спектакли, мы часто эти кулисы ставим, потому что иначе свет пробивает. Ну, вот. За ну просто трогательным таким развитием нашей совместной работы с мамой было, когда мы оказались опять же обе в Грузии и с театром. И на тот момент ни у нее не было работы, ни у меня не было, и пока не было понятно остаюсь ли я здесь. В общем какой-то вот этот переходный момент. И я ей предложила, мама, давай мы с тобой поиграем в театр, давай мы поставим спектакль. До этого мы ни разу не ставили. Мы создали продукт, мы создали пару наборов спектаклей, которые можно продавать или можно играть, но мы сами не играли. Один раз мы сыграли щелкунчик, и то в расширенной команде. А вот так вдвоем поиграть и поделать сами декорации, мы этого не делали. И после этого вот мы пустились в путешествие полтора месяца. Мы делали спектакль по обалденной книжке Нины Дашевской "Театральный капитан". Обалденная книжка, если вы не читали, очень советую. И с детьми, и без детей. И смеялись и плакали, читая очень хорошо написанное про театральный мир с точки зрения мышонка, который живет в оперном театре. И это был очень, на самом деле, трогательный такой период, когда мы с ней обсуждали этот текст, этот спектакль. Она сокращала текст, у нас было разделение задачи, делала декорации, делала куклу. Она тоже делала какие-то декорации, но больше занималась текстом. И потом мы вместе этот спектакль играли. Мы провели два квартирника для друзей. А потом мы пару раз показывали спектакль в Мацхалеба шелтере для детей из Украины. Вот пару раз у нас были такие выезды. Я вот подумала о том, что ты рассказала про свою мечту создать корабль, чтобы творить вместе с людьми, чтобы это была арт-резиденция. Ты рассказала про мечту твоей мамы сделать домашние театры, чтобы у людей была возможность творить, делать какие-то свои спектакли – и я думаю о том, что вот в этой концепции мне кажется, что креативный продюсер ⁇ это как будто бы тот, кто помогает творить не только себе, но организовывать как бы процесс творения, в том числе для, для других людей. И как будто бы это очень такая необычная для меня вообще такой формат роли, в такой роли взрослого. Часто художники, они как будто такие дети, которые любят играть, но абсолютно беспомощны в том, как все это организовать. И вот мне интересно, как эти две роли, как бы с одной стороны то, что вы можете и придумывать и творить, и в общем делать какие-то творческие вещи, но одновременно можно и организовывать, и вообще быть в позиции, ну, что это все можно создать. Как они сочетаются? Мне очень понравилось, как ты это сформулировала. <laughs> Потому что я чаще всего думаю о себе как таком, ну, человеке с сильным внутренним ребенком, и никогда не думала о том, что вот этот организатор продюсер лет, как раз вот этот вот взрослый баланс. Здорово, я никогда об этом не думала. <смех> <смех> Мы с тобой вначале говорили о том, что мне кажется, что про вообще про кукольный театр не так много всяких материалов, не так много чего-то можно прочитать, посмотреть, узнать. И я вообще была очень удивлена, когда у нас был, когда я участвовала в спектакле проекта Театрина. Я училась у Полины и участвовала в кукольном спектакле. И я там очень волновалась, и Полина мне сказала про то, что она читала у Финца Паска, про то, что когда... Что он пишет в этой книге про то, что его друзья, многие волнуются из-за всяких мелочей, типа укола или каких-то маленьких-маленьких вещей, но очень стойкие и сильные, ну вот в больших каких-то вопросах. И меня это очень удивило, потому что мне кажется, что это не очень известная книга Театр ласки, которую я тоже читала, и которая мне тоже очень нравится. И одна из любимых там мыслей из этой книги это про то, что он пишет, что есть э, э, творческие люди цитрусовые. И цветочные, если ты помнишь этот момент. И он говорит, что цитрусовых нужно выжимать, а цветочным нужно, нужно поливать и давать время. И он говорит, что он, конечно, цветочный, и что большинство тех людей, с которыми он работает, цветочные, творческие люди. Кстати, напишите, вы цитрусовые или вы цветочные? И вот мне кажется, что вот это вот такое внимание к деталькам, оно очень такое тонкое, очень важное. И я хотела тебя спросить про каких-то, может быть, еще героев, или почему тебе вообще близок Финцепаска и, и вообще какие, какие режиссеры, какие, может быть, Художники, вообще, кто в твоем таком, э, как сказать, э, как ты назвала это, э, какой-то алтарь по -маше? А, Собор по пьемаше. Собор да. по пьемаше. Вот кто в твоем соборе по пьемаше? Классно! Вот это Ну, раз уж мы сказали про собор по пьемаше, Питер Шуман основатель папа театра, снова и снова. Ну да, он является одним из таких моих, ну, не знаю, он отец в творческом плане, он для меня такой один из отцов. Даниэль Фенцепаска и его «Театр ласки». Так, моя мама очень много с ним работала, и я работала вот, переводчиком-ассистентом wow. с ними достаточно много. В его творчестве меня очень трогает вот этот поэтический язык с помощью цирка, да? то есть как какие-то эмоции выражать с помощью таких почти нечеловеческих да, трюков, действий и ну, клоунады. Um, У него интересно, что он иногда, наоборот, живых людей превращает в кукол, да. а, а не кукол живых <laughs> да. И это такое обратное преображение Да-да-да, обожаю Есть какие-то компании, ну вот есть, например, сейчас, я не видела ни разу вживую, но я обожаю за ними следить Каждый день в Инстаграме, это вот один из э, аккаунтов, с которым я прям слежу Paper Moon Puppet Theater из Индонезии потрясающе. Они делают куклы, и я ужасно, ужасно хочу увидеть их как-нибудь живую. Они как раз делают куклы из натуральных в основном материалов и часто помещают их в природу. Часто это крупные куклы, иногда это что-то очень миниатюрное, но очень тонкое искусство. Есть Шаливильский фестиваль. И это вот фестиваль, который проходит во Франции, посвящен кукольному театру. И мне кажется, он очень сильно как бы, поднимает эту культуру и дестигматизирует, и демаргинализирует кукольный театр. Вот это комьюнити – Опять же, Бедный Паппет театра оно просто очень разрозненное. Это не только про искусство этого театра, это кукольники со своим искусством, которые э, просто ну, чувствуют себя частью сообщества, получают поддержку от, от общества, но делают свои работы и, э, с, в своей эстетике. И я слежу за многими из них. И они тоже делают э, проекты, такие популяризирующие кукольный театр. Э, например, есть проект Great Small Works э, в Штатах. Они проводят фестивали. Сейчас онлайн часто. Во время пандемии они начали онлайн такую версию. До этого были оффлайн. Э, прям собирают кукольников. Это, они очень открыты в этом плане к профессионалам и непрофессионалам. У них очень зыбкая грань, ее в общем-то нету. Э, то есть любой может участвовать. Мне кажется, вот это, кстати, очень важной штукой в наверное, в первую очередь в кукольном театре. Вот, То есть немножечко расшатать эту стенку. Есть конкретное направление искусства, которое мне интересно, и я последние пару лет особенно копала туда. Я искала художников, которые работают с темой природы, и там есть очень много из Скандинавии ребят, которые работают и в медиа-перформанса, боди-арта, фотографии. Вот есть проект Eyes as Big as Plates, глаза как тарелки. Два фотографа, и они делают потрясающие фотографии людей, пожилых людей в среде обитания, да, то есть это обычно недалеко от дома тех людей, кого они фотографируют, и они вписывают их в природный ландшафт, в том числе добавляя какие-то природные элементы на них, как костюм или убор, или помещая их в воду. Прям советую вам посмотреть потрясающий контент у них. Есть такой художник Ян Сайдек, поляк, он ландшафтный, архи... ландшафтный художник, то есть он работает с скульптурами, которые вписывают в ландшафт, и в основном работает с ивовыми ветками, прутьями. У них строят разные вещи. Например, у меня есть мечта сделать плавучую арт-резиденцию. И вообще мое видение, что когда-нибудь люди будут жить все на воде, на плавучих каких-то платформах. А он мечтает, что люди будут жить на деревьях. Вот мы с ним как-то обменивались своим видением будущего. В общем, есть вот это направление художников, там большой ряд художников, которые мне интересны. Есть такие более абстрактные понятия, да, то есть не режиссер, не художники, а есть сообщество Burning Man, да? то есть есть такие люди, которые э, следуют определенным принципам и взаимодействия, и самовыражения. Э, там, крупный фестиваль Burning Man — это не... В моем понимании я не была на большом Берне, э, но в моем понимании немножечко отошло от моих идеалов э, и стало чуть более коммерческим, или сильно коммерческим. Но я была на малых э, Бернах, э, малых фестивалях, и для меня это очень вдохновляющий фестиваль. Одной из ценностей и э, таких столпов э, является искусство. М -м, эм, потом, да, еще есть интересное направление для меня как продюсера, наверное, это социальное предпринимательство и это что-то, что я сейчас только начинаю исследовать. Но вот один конкретный есть человек, за которым я слежу, это Рада Агровал. Он обалденную книгу вместе, Belong по-английски не знаю, ты читала, нет, она про построение сообщества, ну, и она очень такая личная книга, она рассказывает про свой опыт, как она там в 30 с лишним лет себя нашла в том состоянии, в той деятельности, которая ее совершенно не торкает, которая ей неинтересна, которая совершенно не про нее, начала как бы жизнь заново и стала делать такие проекты, фокусированные на социальную составляющую. Один из ее классных проектов — это Daybreaker, это про то, чтобы танцевать с утра до работы. И вот она организовывает пространство, то есть это, по сути, коммерческий предпринимательский да, проект, да, приносит ей деньги как бизнес, но при этом он очень круто, круто сделанный, это социальный проект, он создает сообщество. Сделано все очень на высоком уровне. Вот, поэтому да, у меня как бы такие разные источники вдохновения: а, и из искусства, и из там, да, мира предпринимательского. Я хотела поделиться, что на курсе для меня очень было интересное направление театра предмета. Это то, что я не особо знала. Мне кажется, что я видела что-то подобное у Филиппа Жанти, возможно, даже у Финцепаски какие-то элементы. Но я не видела, что такое театр предмета сам по себе. Это что-то дико интересное. И ты знаешь, я занималась плейбэк театром, я уже тебе рассказывала. И у нас есть там интересная мысль, что не нужно показывать эмоцию, ну, которую ты не испытываешь. Но можно себя поставить в такие условия, что ты это испытаешь. Допустим, и тебе нужно показать, что герою тяжело. Не знаю, возьми два стула и, и просто держи их, и тебе просто реально будет тяжело, и как бы не нужно играть, что тебе тяжело. Просто смоделируй эту ситуацию иначе. И мне очень нравится эта идея. И, и мне кажется, что вот через, через предметы для меня очень интересно раскрываются какие-то истории. И я вспоминаю э, ну, про историю с предметами. Мне очень понравилось, как э, в цирке, которое «Снежное шоу» Славы Полунина, у него есть там такой момент, когда клоуны идут с э, зонтиками, на этих зонтиках ш, шпиль такой. И они берут бутылку воды и ставят на этот шпиль. И мне очень нравится вот эта идея неприкрытого приема. В любом случае, мокро. То есть, в любом случае, они к тебе подходят, и тебе прям мокро. В любом случае, ты видишь, что они тоже мокнут. Все происходит, но при этом ты очень классно видишь, ну, очень сильно видишь прием, и он все еще производит впечатление, и это как-то меня очень-очень торкает. Ну и там были очень интересные... Очень интересный театр, про который вы говорили. Я не помню, как он называется, но я сейчас тоже поставлю здесь картинку, может кому-то тоже будет интересно. В общем, это было для меня супер интересное, в том числе э, как бы история про разные театры, потому что, ну действительно, мы знаем не так много и театральное искусство, оно такое, мне кажется, немножко закрытое в своем, ну в своей стране, э, как бы ограниченное по аудитории, и очень важно, мне кажется, то, что ты рассказываешь про те спектакли, про те театры, которые тебе нравятся. Я хочу тебя еще спросить о том, а что бы ты посоветовала начинающим художникам, которые хотят работать в кукольном театре, или тем, кто вообще, в принципе, этим интересуется? Есть ли у тебя какие-нибудь советы? Типа, делай раз, делай два, делай три. Ну или не так, как-то по-другому. Ну, наверное, да, я могла бы Э, из позиции, чтобы я посоветовала себе в том числе, да, потому что, опять же, я не считаю, что я вот там, да, я это все прошла и знаю, а как бы мне на самом деле кукольный театр стал безумно интересен за то, что он со мной случился, и все еще случается, и я на самом деле учусь и изучаю, и на этом мастерской, в которой ты участвовал, я тоже была учеником, я училась у наших преподавателей, кукольников. Первый, наверное, очень банальный совет, ну, начать смотреть, да, изучить, а все ли вы знаете кукольный театры в том городе, где вы находитесь, что можно посмотреть в онлайне. Вот недавно была в гостях у, я его так называю, архивариус. Здесь в Тбилиси живет архивариус кукольного театра. У него огромное количество записей куколь, про кукольный театр, кукольные анимации, кукольных спектаклей и библиотека. Вот, и я с ним периодически встречаюсь на такие беседы, он мне рассказывает про Поколенец. А у него а. есть какой-то онлайн-архив или это только оффлайн можно к этому архиву? У него есть YouTube-канал, а, он такой очень специфической манере подает информацию, но, может быть, кому-то она отзовется. А, его зовут Burn Power. А, B... а, ну, ты можешь вставить мы... картинку. Да, мы вставим картинку да, да. И, и ссылку оставим да. в описании. Вот, можно его почитать, он и пишет, и делает YouTube ролики. Но вот недавно он мне, например, рассказал, я не знала, что есть такая онлайн-энциклопедия. Тоже мы можем вставить ссылочку в Папа World энциклопедия в Puppet Arts, то есть мировая энциклопедия кукольного искусства. По-моему, на французском, но там Google Translate переводит на любые языки. Ну да, наверное, и ну, есть классные фестивали кукольного искусства. Я думаю, что это самое классное ехать Пробовать, ну, если есть в вашем городе, даже в Тбилиси проходит кукольный фестиваль, эм, ну, если когда-нибудь будет возможность ездить на Шелевильский фестиваль, потому что это полное погружение, а так искать, да, воркшопы, мастер-классы, мастеров, которые приезжают насматривать, это, наверное, первый такой совет, наверное, очевидный. Ну а дальше, конечно, пробовать. Кукольный театр, он тем в том числе волшебный, доступен, что, в общем, бери и начинай делать. Да? То есть вот у тебя дома есть стол положи несколько предметов, попробуй с ними поиграть. Это про игру. Вот. Тут надо очень включить внутреннего ребенка, попробовать это поиграть. Если что-то болит, ну, попробовать про это поговорить предметами, куклами, что-то вырезать, что-то смять. Но это так. Я фантазирую, опять же, не как, и не как куколь... режиссер кукольного театра, и не как кукольник, а просто как наблюдатель. Вот. Я поняла, что надо просто пробовать. У меня вот есть история. На самом деле, первый спектакль, который я сама сделала кукольный. Он случился со мной в марте. То есть вот в феврале начинается война. Я уехала из Петербурга буквально там, через несколько дней с театром в руках. Приехала к своим друзьям в Европе. И я сразу же сказала, что, вы знаете, я бы очень хотела что-то поставить. Может быть, маленькую открытку такую живую в театрина. Не хотите ли вы поучаствовать? И они сразу же как-то очень легко на это отреагировали. У меня сразу же была ну, такая очень <laughs> универсальная там, мысль, да? хотелось про что-то про, про что светлое, про какую-то надежду, про мир. И мы начали набрасывать идеи, и каждое утро мы за завтраком обсуждали какие-то пришедшие за предыдущий там, вечер или за ночь, увиденные во снах. И пробовали, и просто играли. Это был потрясающий процесс, который для меня был невероятно терапевтическим. Вот. И получился очень маленький этюд, буквально на одну минуту, по-моему, практически ничего не происходит, но есть текст закадровый, тоже можно поставить ссылку. Вот, это вот «Березовая роща» называется, маленький этюд. Ой, ну и тут, конечно, главное про процесс. Вот, и тоже думать о том, что это да, для себя сначала понять, что это про процесс. Не думая о результате, подумай, ну, просто насладись процессом. Я вспоминаю вот эти полторы недели, когда мы с Марией Бонзаниго придумывали этот э, спектакль, потом подбирали музыкальные инструменты. Она достала, она музыкант, композитор, она достала огромный ящик с кучей всяких музыкальных инструментов, каких-то самодельных, каких-то привезенных из разных э, стран. И мы там все жужжали, дули, били. В результате все остановилось только на голосе. Но мы прошли этот путь, да, попробовать все эти инструменты. Мы попробовали очень много разной бумаги, какие-то там облака из этого и всего, собирали разные листики по всей округе, а в результате осталось все без листиков. Ну, то есть, но ну, вот этот процесс пробы, да, пробы разных материалов, он очень вкусный и очень наполняющий, и очень терапевтический. Полин, какие у тебя есть правила для жизни, работы и творчества, которыми ты бы могла поделиться с нами? Вот это самый страшный вопрос, потому что я совершенно не готова быть в позиции эксперта или ну, человека, по своей который... жизни, да? да. То есть те правила, которые ты ну, сама наверное... для себя выбираешь. Ну да, да, выбираю и, наверное, пытаюсь следовать, не обязательно, что у меня получается всегда, но на самом деле вот в жизни мне кажется, что это как раз то, что мне удавалось. Это слышать и прислушиваться к интуиции, но этого недостаточно. Потом нужно, э, нужна настойчивость. Типа ты вот такой, М -м, мне бы туда, ну окей, типа работаем. Mm -hmm. И вот ты прям пробуешь, пробуешь, и так, и сяк, и вот так написал, и вот так сказал, и вот тут попробовал. И вот эта настойчивость, она в результате меня приводила вот к тем опытам, да, о которых я рассказывала. Ну да, и, и в море я попала через, ну, реально настойчивость, я всех достала, пока я добилась того, чтобы меня взяли на корабль, ну, вот, а, наверное, вот это вот первое, да, прислушиваться, да, к интуиции, и как бы это странно ни звучало, попробовать туда пройти, ну, очень тернистый, ну, попробовать, а, это вот жизнь, ну вот есть одна штука, я не знаю пока, куда ее отнести, э, которая для меня дико важна и которая много раз сегодня повторяла. Это про э, со-творчество да, и со-работу. Да, то есть работать с кем-то, и когда у тебя... То есть, окей, наверное, это про творчество. Когда появляется идея, не бояться поделиться, Получить какую-то обратную связь, может быть, с кем-то попробовать это делать вместе. То есть, ну, вот я лично да, не могу работать одна, не могу творить одна. Как-то я слила все равно эти два понятия в одно, но вот, наверное, про совместность. Сейчас вот я просто: у меня было несколько проектов подряд, после которых я сейчас подвыгорела. Mm -hmm. И я после этого, опять же, у меня была возможность э да, себе позволить взять время офф, э потому что я поняла, что, ну вот, надо наполниться. Тип, ну вот совсем иссяк э, сосуд, надо наполниться, надо насматривать и надо просто немножечко отдохнуть. Много раз я натыкалась на то, что я пыталась из себя выжимать, когда вообще не было сил. Я брала немножечко отдых и потом пускалась обратно. Фу, и творились чудеса. В этом плане, да. Позволять себе какой-то воздух. У тебя есть какие-то интересные практики, как ты восстанавливаешься и этот сосуд наполняешь? Слушай, я на самом деле, ну, понятно, да, куда-нибудь поехать, а на природу, да, подышать, послушать воду, походить по горам, это вообще стопроцентно всегда работает. Когда чуть-чуть поднабрался, мне очень помогают всякие рисовать карты своей жизни, писать. Я очень много пишу, когда вот пытаюсь наполниться. Рисую. Хотелось бы делать коллажи. Я не делаю, но очень хотелось бы делать коллажи. <клажи> да, вот как какие-то такие облакосмыслов. Вот таким образом у меня получается немножечко подсобрать себя в данный момент и дальше действовать. Дорогие друзья, может, у вас тоже есть какие-то интересные способы, как вы восстанавливаетесь, какие-то, может быть, необычные. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. Полин, спасибо тебе огромное. Было очень классно. Спасибо, что нашла время. Я очень рада, что тебя поймала. Я хотела тебе сказать спасибо, что ну, мне было очень интересно пройти путь ну, такой настройки на то, что у нас будет разговор. Это заставило меня задуматься на многие темы. И сегодняшний разговор тоже. Uh, прям я поняла, это такой большой челлендж и испытание. Uh, но я очень рада, что мы его прошли и прошли вместе. Спасибо. спасибо. <свят> <свят> Друзья, спасибо, что смотрели. <свят> спасибо, ребят. И ставьте обязательно лайки, подписывайтесь и пишите комментарии. Будет очень классно от вас услышать. Они очень важны, они поддерживают канал. Пожалуйста, напишите. Всем пока. Пока.